Видео подготовлено online-gdz.net. Задание номер 26-30. Длина прямоугольника на 8 см больше ширины. Если ширину увеличить в 2 раза, а длину уменьшить на 4 см, то площадь прямоугольника увеличится на 25 см квадратов. Найдите стороны прямоугольника. Пусть x сантиметров – это его ширина. Площадь прямоугольника это x, умноженное на его длину, то бишь x плюс 8. Если эту площадь увеличить на 25 сантиметров, то мы, соответственно, должны изменить наши измерения, ширину увеличить в 2 раза, то бишь 2x, и умножить ее на длину, это наши x плюс 8. От них еще отнять 4 сантиметра. Вот таким образом мы с вами получили уравнение. Так, для того, чтобы решить это уравнение, открываем скобки. Получаем. Получаем мы следующее. Что? Открываем скобки, получаем x в квадрате плюс 8x плюс 25 равно 2x в квадрате плюс 8 минус 4, это будет плюс 4, плюс 8x. Отсюда мы получаем, что x в квадрате равно 25, x, соответственно, равно плюс-минус 5, ну, поскольку у нас ширина не может быть числом отрицательным, то 5. Ответ. Ширина прямоугольника 5 сантиметров, а длина у нас на 8 сантиметров больше, это 13 сантиметров. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.